Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Летучий корабль. Русская сказка. Жили-были старик да старуха. У них было 3 сына. 2 старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, одевала чисто, кормила вкусно, а младший в дырявой рубашке ходил, черную корку жевал. Ему, дурачку, все равно, он ничего не смыслит, ничего не понимает. Вот однажды дошла до той деревни весть. Кто построит царю такой корабль, чтоб и по морям ходил, и под облаками летал, за того царь свою дочку выдаст. Решили старшие братья счастье попытать. «Отпустите нас, батюшка и матушка, авось который-нибудь из нас царским зятем станет». Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила-наварила курятины да гусятины. «Ступайте, сыночки!» Отправились братья в лес. Стали деревья рубить да пилить. Много нарубили, напилили. А что дальше делать, не знают. Стали они спорить да брониться. Того и гляди, друг дружке в волосы вцепятся. Подошел тут к ним старичок и спрашивает. «Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, и я вам какое слово на пользу скажу?» Накинулись оба брата на старичка, слушать его не стали, нехорошими словами обругали и прочь прогнали. Ушел старичок. Поругались еще братья, съели все свои запасы, что им мать дала, и возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший. «Отпустите теперь меня!» Стали мать и отец отговаривать его да удерживать. «Куда тебе, дурню? Тебя волки по дороге съедят, а дурень, знай свое, твердит. Отпустите, пойду, и не отпустите, пойду». Видят мать и отец, никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного сухого хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел высокую сосну. Верхушкой в облака эта сосна упирается. Обхватить ее впору только троим. Срубил он сосну, стал ее от сучьев очищать. Подошел к нему старичок. «Здравствуй», — говорит дитятка. «Здравствуй, дедушка. Что это, дитятка, ты делаешь? На что такое большое дерево срубил?» «А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. Я и строю». «А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное, пожалуй, и не сладишь». «Мудреное не мудреное, а попытаться надо, глядишь и слажу. Вот и ты, кстати, пришел, старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь?» Старичок говорит: «Ну, коль просишь совет тебе подать, слушай. Возьми-ка ты свой топор и отиши эту сосну с боков, вот этак». И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка, обтесал сосну так, как он показывал. Обтесывает он и диву дается. Топор так сам и ходит, так и ходит. «Теперь, — говорит старичок, — обделывай сосну с концов вот так и вот этак». Дурень старичковы слова мимо ушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Закончил он работу, старичок похвалил его и говорит: «Ну, теперь не грех передохнуть, да закусить малость». «Эх, дедушка, — говорит дурень, — для меня еда-то найдется, вот эта краюха черствая. А тебя-то чем угостить? Ты небось и не угрызешь мое угощение». «А ну-тка, дитятка, — говорит старичок, — дай сюда свою краюху».
Дурень подал ему краюху, старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал, да и говорит: «Не такая уж черствая твоя краюха!» И подал ее дурню. Взял дурень краюху, глазам своим не верит. Превратилась краюха в мягкий да в белый каравай. Как поели они, старик и говорит: «Ну, теперь станем паруса прилаживать!» И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает, дурень старается, на совесть все делает. И паруса готовы, прилажены. «Садись теперь на свой корабль», — говорит старичок, — «и лети, куда тебе надобно. Да смотри, помни мой наказ, по пути сажай свой корабль всякого встречного». Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошел, а дурень на летучий корабль сел и паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, полетел быстрее сокола. Летит чуть пониже облаков ходячих, чуть повыше лесов стоячих. Летел-летел дурень и видит. Лежит на дороге человек, ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит: «Здорово, дядюшка!» «Здорово, молодец! Что это ты делаешь?» «Слушаю я, что на том конце земли делается». «И что же там делается, дядюшка?» «Поют, заливаются там пташки голосистые, одна другой лучше». «Экой ты, какой слухменный! Садись ко мне на корабль, полетим вместе!» Слухало не стал отговариваться, сел на корабль и полетели они дальше. Летели-летели, видят, идет по дороге человек. Идет на одной ноге, а другая нога к уху привязана. «Здорово, дядюшка!» «Здорово, молодец!» «Что это ты на одной ноге скачешь?» «Да если я другую ногу отвяжу, так за три шага весь свет перешагну». «Вот ты какой быстрый, садись к нам». Скороход отказываться не стал, взобрался на корабль, и полетели они дальше. Много ли, мало ли пролетели, глядь, стоит человек с ружьем, целится, а во что целится, неведомо. «Здорово, дядюшка, в кого ты целишься? Ни зверя, ни птицы кругом не видно». «Экие вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве верст за тысячу отсюда. Вот такая стрельба по мне». «Садись с нами, полетим вместе». Сел и стреляла, и полетели они дальше. Летели-летели, и видят. Идет человек, несет за спиной большущий мешок хлеба. «Здорово, дядюшка, куда идешь?» «Иду добывать хлеб себе на обед». «На что тебе еще хлеб? У тебя и так полон мешок». «Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить, а чтобы досыта наесться, мне надо бы на 100 раз постолько». «Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе». Сел и объедала на корабль. Полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами да деревнями летят. Глядь, ходит человек возле большого озера, головой качает. «Здорово, дядюшка, что ты ищешь?» «Пить хочется, вот и ищу, где бы напиться». «Да перед тобой целое озеро, пей свое удовольствие». «Да этой воды мне всего на один глоточек станет». Подивился дурень, подивились его товарищи и говорят: «Ну не горюй, найдется для тебя вода. Садись с нами на корабль, полетим далеко. Будет для тебя много воды». Опивало сел в корабль, и полетели они дальше. Сколько летели неведомо, только видят, идет человек в лес, а за плечами у него вязанка хвороста. «Здорово, дядюшка, скажи ты нам, зачем ты это в лес хворост тащишь?» «А это не простой хворост. Коли разбросать его, тотчас целое войско появится». «Садись, дядюшка, с нами». И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели-летели, глядь, идет старик, несет куль соломы. «Здорово, дедушка, седая головушка. Куда ты солому несешь?» «В село». «А разве в селе мало соломы?» «Соломы много, а такой нету». «Какая же она у тебя?» «А вот какая. Стоит мне разбросать ее в жаркое лето, и станет в раз холодно. Снег выпадет, мороз затрещит».
Коли так, правда твоя, в селе такой соломы не найдешь. Садись с нами». Холодилов забрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели-летели и прилетели к царскому дворцу. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг. «Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел? Какие заморские царевичи и королевичи?» Слуги побежали к кораблю и видят, сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги и спрашивать у них, кто таковы и откуда прилетели. Воротились и доложили царю. «Так и так. Нет на корабле ни одного царевича, нет ни одного королевича. А все черная кость, мужики простые. Что прикажешь с ними делать?» «За простого мужика нам дочку выдавать зазорно», — думает царь. «Надо б на от таких женихов избавиться». Спросил он у своих придворных, князей да бояр, «Что нам теперь делать, как быть?» Они присоветовали. «Надо жениху задавать разные трудные задачи, а вось он их и не разгадает. Тогда мы ему отворот-поворот и покажем». Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом. «Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончился, живой и мертвой воды». Задумался дурень. «Что ж я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть и за весь свой век не найду такой воды». «А я на что?» — говорит скороход. «Мигом за тебя справлюсь». Отвязал он ногу от уха и побежал за 39 земель в 30-е царство. Набрал 2 кувшина воды живой и мертвой, а сам думает, «Времени впереди много осталось, дай малость посижу, успею к сроку возвратиться». Присел он под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед к концу подходит, а скорохода нет как нет. Загоревали все на летучем корабле, не знают, что и делать. А слухала, приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит, «Экой сонливый да дремливый, спит себе под деревом, храпит вовсю». «А вот я его сейчас разбужу», — говорит стреляла. Схватил он свое ружье, прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались с дуба желуди прямо на голову скороходу. Проснулся тот. «Батюшки, да никак я заснул!» Вскочил он и в ту же минуту принес кувшины с водой. «Получайте!» Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит. «А может, эта вода не настоящая?» Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мертвой водой. Голова вмиг приросла. Спрыснули живой водой, петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, «Кук-карику!» — закричал. Досадно стало царю. «Ну, — говорит дурню, — эту мою задачу ты выполнил, задам тебе другую. Коли ты такой ловкий, съешь со своими сватами за один присест 12 быков жареных да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено». Опечалился дурень. Говорит своим товарищам. «Да я и одного хлеба за целый день не съем». «А я на что?» Говорит объедало. «Я и с быками, и с хлебами их один управлюсь, и еще мало будет». Велел дурень сказать царю. «Тащите быков и хлебы, будем есть». Привезли 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено. Объедало, давай быков поедать, одного за другим. А хлебы так в рот и мечет, каравай за караваем. Все вазы опустели. «Давай еще!» — кричит объедало. «Почему так мало припасли? Я только во вкус вошел». А у царя больше ни быков, ни хлебов нет. «Теперь, — говорит он, — новый вам приказ. Чтобы выпить-то было за раз 40 бочек пива, каждая бочка по 40 ведер. Да я и одного ведра не выпью». Говорит дурень своим сватам. «Эка печаль!» Отвечает опевала. «Да я один все у них пиво выпью. Еще мало будет». Прикатили 40 бочек сороковок, стали черпать пиво ведрами, да подавать опевале. Он как глотнет, ведро и пусто. «Что это вы мне ведрами подносите?» Говорит опевала.
Этак мы целый день проконетелимся. Поднял он бочку, да я порожнил ее за раз, без роздыху. Поднял другую бочку, и та пустая откатилась. Так все 40 бочек и осушил. «Нет ли?» – спрашивает. «Еще певца! Не в волю я напился, не намочил горло!» Видит царь, ничем дурня нельзя взять. Решил погубить его хитростью. «Ладно», — говорит, — «выдам я за тебя свою дочку. Готовься к венцу. Только перед свадьбой сходи в баню. Вымойся, выпарься хорошенько». И приказал топить баню. А баня-то была вся чугунная. Трое суток баню топили, докрасно раскалили. Огнем жаром от нее пышет. За 5 саженей к ней не подойти. «Как буду мыться?» — говорит дурень. «Сгорю заживо». «Не печалься», — отвечает Холодило, — «я с тобой пойду». Побежал он к царю, спрашивает: «Не дозволите мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки подстелю, чтобы он пятки не испачкал». «Царю что?» «Он дозволил». «Что один сгорит, что оба». Привели дурня с Холодилой в баню, заперли там. А Холодило разбросал в бане солому, и стало холодно, стены инеем подернулись, в чугунах вода замерзла. Сколько-то времени прошло, отворили слуги дверь, смотрят, а дурень жив-здоров, и старичок тоже. «Эх вы!» — говорит дурень. «Да в вашей бане не париться, разве на салазках кататься?» Побежали слуги к царю, доложили, так, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и делать, как от дурня избавиться. Думал-думал и приказал ему: «Выстави поутру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь — выдам за тебя дочку, не выставишь — вон прогоню». А у самого на уме: «Откуда простому мужику войско достать? Уж этого он выполнить не сможет. Тут-то мы его и выгоним в шею». Услышал дурень царский приказ, говорит своим сватам: «Выручили вы меня, братцы, из беды не раз и не два. А теперь что делать будем?» «Эх ты, нашел о чем печалиться», — говорит старичок с хворостом. «Да я хоть 7 полков с генералами выставлю. Ступай к царю, скажи, будет ему войско». Пришел дурень к царю. «Выполню», — говорит, — «твой приказ только в последний раз. А если отговариваться будешь, на себя пеняй». Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, и появилось несметное войско, и пешее, и конное, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанщики в барабаны бьют, генералы команды подают, кони в землю копытами бьют. Дурень впереди стал, к царскому дворцу войско повел. Остановился перед дворцом, приказал громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить. Услышал царь, выглянул в окошко, от испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, на дурня войной идти. Вывели воеводы царское войско и стали в дурня стрелять да палить. А дурневы солдаты стеной идут, царское войско мнут, как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, а за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из дворца, на коленках перед дурнем ползает, просит дорогие подарки принять, да с царевной скорее венчаться. Говорит дурень царю: «Теперь ты нам не указчик, у нас свой разум есть». Прогнал он царя прочь и не велел никогда в то царство возвращаться, а сам на царевне женился. Царевна девка молодая да добрая, на ней никакой вины нет. И стал он в том царстве жить, всякие дела вершить. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.